Вот советник Дональда Трампа призвала всех американцев покупать товары из коллекции Иванки Трамп, дочери американского президента. Конгресс США обрушился на советника с критикой. Глава комитета по этике Конгресса США Джейсон Чейсенс осудил действия советника президента Кейлин Конуэй, которая в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекции Иванки. Это высказывание назвали неприемлемым и как минимум неэтичным. Тем временем практически во всех городах Мексики прошли многотысячные протесты против Трампа. Тысячи граждан Мехико вышли на демонстрации против указа Дональда Трампа построить стену на границе с южным соседом Соединенных Штатов. Американский президент около месяца назад заявил, что заставит мексиканцев оплатить этот проект.